60 какого-то года. 12 калибр. Вот. Это я вам таким. И я, грубо говоря, нарезаться отдал этому там у Михалкова, главный был егерь. Самароков Владимир Николаевич. Вот. Он умер. Так бы сделали. Ну, в смысле, ружье вот это старинное, конечно. 19 век. Да. Он тут, конечно, взял. Ой, блин, там. Туда-сюда. Ну там был приклад там, потрескавшись там, но дерево.